Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Я сейчас буду делать напиток один. И, во-первых, хочу сказать, что с вами будет, если вы будете пить этот напиток в течение года. Я в течение года делаю вот такие вот удивительные вещи. Во-первых, у вас будет кожа сиять. Это уже результат однозначный, у меня нет, ну, нет смысла просто вам врать. Вы сами знаете, что я делаю всякие варианты. Один из приятных таких вариантов – это такой напиток. Смотрите, что я делаю. Во-первых, а во-вторых, это здоровое сердце, потому что я добавляю туда пол столовой ложки. Вот так вот. Куркумы. А почему? Потому что мне нужен куркумин. Он препятствует образованию тромбов, и он так чистит сосуды хорошо. И бляшки вот эти все убирает. Лицо сияет после этого. Во-первых, еще у кого маленькие такие, знаете, сосудики на лице. Вот тоже. Это просто изумительно. Ну, понятно, что вот этот вот куркумин, вообще куркума, она природный антибиотик. И, естественно, у вас повышается иммунитет. И вы убиваете все, что вам не нужно внутри вас. Улучшается пищеварение. Это второе. И ускоряется метаболизм. Почему? Я еще добавляю витамин С. Вы скажете, нет там никакого витамина С. Есть. Есть, потому что я добавляю паприку. Посмотрите, какое количество. Это сладкая паприка. Предупреждаю, сладкая. Я не советую добавлять сюда острый перец или черный перец. Почему? Он полезный, конечно, но для девчонок, у кого проблемы с желудком, не дай Господь, у кого геморрой или у кого проблемы с кишечником внутри, именно черный перец будет провокатор. Поэтому ни в коем случае. А вот такой вот изумительный напиток, если вы употребляете год, один год, вы посмотрите, что станет с вашей кожей. Потому что кожа, вот смотрите, если у вас желтоватая кожа, желтоватая, то у вас что происходит? У вас происходит что-то, какие-то проблемы с печенью. С печенью. Если было все нормально, и вдруг у вас стала желтеть кожа. Это значит проблемы с печенью. Вот этот напиток, он чистит печень изумительно. Изумительно, потому что он кровь чистит. Вот поэтому кожа. Именно поэтому кожа. От преждевременного старения, от этих всех пятен, которые девчонки говорят, ой, у нас уже в 42-43 пятна. Какие пятна в 43? Какие могут быть пятна на лице в 43? В 50 пятен нет, а вы говорите за 40 лет пятна. Вы что? Вот пейте правильно, питайтесь. И самое последнее, это такой аккорд, это такая мощная профилактика рака. Потому что куркумин, он содержит щелочь. Щелочь, повторяю. Некоторые, ну, мы просто иногда пьем, да, соду, ощелачиваем. А здесь куркумин содержит щелочь, а клетки рака, они разрастаются только в кислой среде. Запомните это. Только в кислой среде. Итак, дальше. Следующая бомба. Из козьего молока я делаю вот такой вот домашний кефирчик. Вот такой кефирчик я делаю. У меня изумительно получается. Ничего сложного нету. Я рассказывала, как делать. Я делаю сыр, я делаю козий. Я делаю жидкий сыр, твердый сыр. Покажу вам твердый, точно так же, как и жидкий, только дольше нужно варить. Намного дольше варить, выстаивать его дольше надо. Вот он у меня аж, слышали, только что аж это. Значит, что здесь есть? Потек. Сейчас. В козьем кефире есть кальций, калий, фосфор, молибден, йод, марганец, магний, медь. Ни с каким кефиром, магазином не сравнить, а тем более с коровьим. В козьем молоке содержатся биологически активные вещества: биотин, холин, лецитин, альбумин, глобулин и биотин. И по своему составу молоко схоже с женским и считается одним из незаменимых продуктов для
поднятие и укрепление иммунитета. И вообще восстанавливает организм после перенесения тяжелых заболеваний, операций. Мне смешно, когда люди говорят, ой, буду слушать врачей. Все, ничего мне не пишите, ничего мне не говорите. У меня есть, ой, у меня прям течет. Отопью немножко. Вы знаете, ничего мне не пишите, никакие ссылочки мне не делайте по поводу советов домашних. Нет, даже не хотят слушать. Вы знаете, я как-то себе такое служение взяла, помочь раковым больным. Вы, наверное, заметили? Слишком много я потеряла друзей, которые именно умерли от рака. Именно молодые, молодые. Поэтому последним ударом, видите, у меня прямо фонтанирует. Вот так вот я делаю. Видите, как я делаю? У меня вот. Прям фонтанирует, живой, кефир живой. Ладно, мне надо быстро сделать напиток, потом болтать. Так, сейчас. Ой. Все, заливаем сюда кефирчик, живой кефир. Вы видите, что происходит, здесь все пробиотики. Здесь все, что нужно. Ощелачиваем себя. Сейчас. Дальше. Это еще не все. Сейчас скажу, а что же еще нужно? А теперь нужно очень хорошо все перемешать. Можно это сделать миксером. Но мне же вам надо показывать. Посмотрите, какая это красота. Кроме того, мне же надо этим наслаждаться самой. Этим процессом, скажем так. Ой, какая красота. Смотрите, что происходит. Вот так вот. Получился вот такой вот красивейший напиток. Вот он. Как коктейль, если вы его хорошенечко взобьете. Теперь нужно подождать. Подождать минуты 3-4, чтобы, знаете, как вот он раскрылся. Вот, поэтому, если вы будете употреблять это в течение года, вы все заметите вот это на себе. Напиток этот нужно пить. Только в первой половине дня. Еще раз повторяю, этот напиток нужно пить в первой половине дня. За 20 минут до завтрака или после, через 20 минут после завтрака не имеет значения. Его можно выпить и вместо завтрака, что делаю я. Вот этот напиток... Девочки, сейчас я возьму напиточек свой, вот так вот, буду пить его, а то мне говорят, вы не пьете свои напитки, я их пью с огромным удовольствием. Только пить этот напиток нужно маленькими глоточками и достаточно медленно, и тогда все будет у вас хорошо. Это изумительный напиток. Именно который омолаживает, мощно омолаживает организм. Год употребляя этот напиток, вы омолодитесь на лет 5, как минимум. Год за 5. Я знаю, что сейчас мне будут шутить, будут говорить, да, если этот напиток вы будете пить там 10 лет. Да, ребята, вы 10 лет и прибавите себе. Вы прибавите, ведь это не секрет, что в других странах мира, где поменьше занимаются ерундой на молокозаводах, вы знаете, о чем я говорю, да? В этих странах, где идет мощная охрана здоровья, материнства, детства и так далее, где делают действительно изумительные сыры, например, взять Голландию, Бельгию, Швейцарию, то там, как правило, как кто путешествовал, не даст мне соврать, как правило, вы увидите огромное количество пожилых людей, путешествующих, живущих нормальным, я не знаю, способом. Почему? Потому что у них сыры нормальные. Потому что у них в сыры добавляются вот эти вот все обильно. Теперь взять все ингредиенты вот эти обильно. Это от них я взяла. Вот это напиток, взятый из опыта одной женщины, которая прожила 97 лет из Англии. Это ее вариант, что она добавляла водичку в теплую, она добавляла куркуму, размешивала тщательно и выпивала. Ну, ждала минуты 2-3, потом она начала добавлять в молоко.
в теплое молоко. И почему теплое молоко козье? Потому что я вот смотрела по козочкам. Меня только этот момент. Я уже про коровье молоко все узнала. Я узнала, чем болеют коровы, что происходит, какие страшные заболевания передаются. Я вычеркнула коровье молоко давно уже из своей жизни. Редкие-редкие случаи, когда ну, очень долго у моей постоянной женщины нет молока. Ну, вообще там и мужчина тоже, не только женщина, они муж с женой держат коз. Вот. Ну, а самое главное, это вот эти домашние йогурты, кефиры, играющие. Именно которые играющие. Тут есть пробиотики. У меня есть целое видео, именно посвященное пробиотикам. Поэтому омолаживайте свой организм постоянно. Ну, конечно, 4 километра нужно проходить бегом, идем, бегом, идем. Чередуем прогулку с пробежкой, но не останавливаемся. 4 километра. Засеките время, час. Я не знаю, как у вас. У меня час, час 20, час. Ну, может быть, если быстро вы бежите, вот как я, бывает 40 минут, вы прекрасно можете уложиться в это время. И просто чувствовать себя будете удивительно хорошо. Независимо от того, что полвека позади. Я вас всех люблю. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Чин-чин! Здоровья вам! Сейчас я выключу.